Сегодня день восточного проекта. Такая большая тусовка для детей, взрослых, молодых людей, пожилых. Для всех, в общем. Мы своей праздничной тусовкой хотим сказать, что диван, телевизор и сериалы — это не единственный способ провести время и отдыхать. Я хотел бы всем пожелать, чтобы краматорчане находили возможность более активного отдыха. Я думаю, что к пожеланиям Андрея Ещенко следует прислушаться и более активно проявлять свои способности и умения, как это сделали участницы конкурса «Золотой каблучок». Условия этой немного экстравагантной эстафеты были предельно просты. Обладательница туфель, длина каблука которых превышает 9 сантиметров, должна была пробежать от редакции газеты «Восточный проект» до фирменного магазина «Ювелир-сервис», что на Шкадинова 36, и там под зрительские аплодисменты получить подарок от самого коронного предприятия Украины – диплом, бутылку фирменного шампанского и золотое украшение. Мы хотим обратить внимание, что украшения бывают не только для пальцев, ушек, шейки и пупка, но есть замечательное украшение для женской ножки. Сегодня мы предлагаем побороться за это украшение молодых девушек. Я думаю, что это соревнование доставит им удовольствие, и не только им. И действительно, конкурс доставил огромное удовольствие целеустремленным участницам, их преданным болельщикам, любопытным прохожим и организаторам праздника. Финишу пришли все, но, увы, с разной скоростью. Первое место в конкурсе «Золотой каблучок» заняла мисс Краматорск Ситникова Наталья. «Ювелир-сервису» спасибо за то, что он организовывает такие замечательные конкурсы, за то, чтобы жителям нашего города жилось не скучно, чтобы они когда-либо отрывались, так сказать. И «Восточному проекту» за то, что он устраивает такой конкурс, такой праздник для всего города. Все участницы получили подарки от «Ювелир-сервис» – серебряные украшения. Обладательницы первых трех мест свои золотые украшения примерили тут же. Этот подарок, который я выиграла в этом конкурсе, является, наверное, самым дорогим, потому что пришлось приложить немало усилий для того, чтобы его заполучить. Как бы вера в себя, физические усилия тоже помогли. И, наверное, это будет самый ценный для меня браслет из всех, которые у меня есть. Поэтому, дорогие девушки нашего города, танцуйте, участвуйте в конкурсах. И все будет классно, больше оптимизма, настойчивости. Вот.